Всем огромный привет, мы с вами продолжаем проходить Death Stranding. Как понимаете, сейчас будет воспоминание Биби. Давайте посмотрим. Принес тебе космонавта. Человеку все покоряется, даже космос. Тебя скоро выпустят. И как только все это закончится, мы отправимся куда захочешь. У меня огромное количество коробок с собой, 47 килограмм коробок, чё, зачем мне это все? Стоп, нужно разобраться, давайте сейчас быстренько все скинем лишнее. Более-менее разгрузился, но... секунду, что происходит? Дождь. Он сказал, что здесь не бывает дождей. Это сон? Что за... Чё за ерунда? Почему они остановились? Та частичка Бога, что есть во всем. А, так это ты его во все это втянула? Ха, ранена, но не сломлена. Бриджит Стрэнд мертва. Последний президент Америки предан огню. О, а теперь, значит, девочка займет мамино место. Ну, это полная чушь. Ну какой из нее политик? Ну, не волнуйся, я ее найду. Я за ней присмотрю. Видишь ли, я наконец понял, в чем суть выхода смерти. О, вы еще столького не знаете. Эта девочка не похожа на нас с тобой. Дум — это не к ней. Ей больше по нраву уничтожение мира. Фактор вымирания. Так трудно налаживать связи, если даже руку пожать не можешь. К счастью, у меня очень прочная связь с той стороной. Ты? Нет, ты не мост. А вот я привязан. И к этому миру, и к тому, и к нашему милому ангелу смерти. Ты главное блюдо. Достаточно одного малюсенького выплеска, и нас разнесет к чертям. Ну так что? Неужели ты не устал от этой рутины? Неужели не этого ты ждал все это время? Конца игры. Thank you.
Сэм, внимание. По нашим примерным оценкам, чтобы уничтожить портовый узел, хватит и одного вылезка. Я понял. Если даже одна тварь вступит в контакт с жителем, все пропало. Этого нельзя допустить. Ты должен разобраться с этой тварью. Она меня цепанула, дрянь. Забирай все. Забирай все, блин, уходи отсюда. Спокойно. Граната. Есть, хорошо. Давай. Это мой пакет с кровью лежит. Мне его нужно забрать. Спокойно. Все хорошо, промазало. Мне нужно забрать мой пакет с кровью. Ну ладно, сначала давай кинем, чтобы остановить немножко. Уходим. Мне кажется, не нужно очень часто кидать по ней ничего. Да что ж такое-то, а? Давай, поднимайся. Сэм, пошли. Попала по мне, нет? Нет, она прыгнула, но не попала. На, держи. Давай. Что происходит? Пакет с кровью пуст. Секунду, граната 1. Граната 2. Нормально. Да по заднице. Спокойно, спокойно, малыш, спокойно. Здесь еще что-нибудь ноль. Здесь дофига. Где она? Нужно уходить. О, там еще граната. Давай быстрее. Забирайся. Хорошо. Взяли. Взяли, я сказал. Не нужно прыгать, взяли. Давай. Попал. У нее на башке с золотом начинает закрываться череп. Это из-за урона или что? Спокуха. Новая граната. Снят груз, прикреплен к костюму. Где она? Ладно, я думаю, что нужно уходить. Пакет с кровью всплыл, прикинь. Держи. Давай. Давай. Что за гранаты это такие дурацкие? Даже 5-5 должно быть. Ну что, все израсходовал. Да, все израсходовал. А что не взорвалось? Хорошо, сюда. Еще одно. Есть. Сейчас там вырастет кристаллов, дофига я чувствую. Результаты. Суммарный урон Сэма 433. Ну, можно было бы и получше, я понимаю. Ну, кто же знал, что она вообще на меня нападет. Ладно, хорошо. Так еще у меня максимальный, кстати, уровень сложности. Разное. Может, еще разное дадите. 40 уровней. А это помощь. Другой игрок воспользуется вашей постройкой. Кто-то остался доволен. Хорошо, спасибо, ребят. Получен новый титул. Носильщик профи. Немногие из рядовых курьеров могут похвастаться такой надежностью. Так держать. Достигнут класс 40 в категории разные. Теперь вы будете получать больше лайков. А, лайков больше, окей. Ну и... дальше что? Где я? Все в порядке. Невероятно. Просто невероятно. Первый раз в истории живой человек победил тварь. Ты вряд ли бы справился, если бы не был возвращенцем. Контакт с твоими жидкостями не только не приводит к выплеску пустоты, но примерно так же, как твою Ка отвергает берег, так и твоя кровь может изгонять твари из нашего мира и возвращать в их мир. Сэм, ты подарил нам надежду. Возможно, еще не все потеряно. Гордись собой, друг мой. Амелия все еще ждет тебя на запад. Иди к Лотте, она готова.
Доставь припасы в озерный узел. Это только начало. Не ссать здесь. Мне вот этот больше нравится. Интересно, а как они ставят вот этих вот бейбиков? Давайте посмотрим тоже. Если не ошибаюсь, мы с вами должны L1 создать знак. Хорошо. Предположим. Дальше. Молочина ББ. Поставили сюда. Моя... Ну, в смысле, ладно, хорошо, почему бы нет. Я пойду скину все те гранаты, которые у меня использованы, пакеты, просто в переработку. Но тут возникает на самом деле очень резонный вопрос. Какого черта? Какого черта творится? Вы видели глаза у Сэма, когда он видел этого гада? Прям взгляд такой затравленный, похожий на взгляд из, естественно, Нормана Ридуса, когда он в «Ходячих мертвецах» попадает в такие же как раз передряги. Да, когда он чувствует, что он не может победить, потому что слишком много врагов, ну или, во всяком случае, делает такой вид, что как будто бы «да-да-да, я остаюсь», а потом начинает своего арбалета мочить. Нужно помыться. Жалко, нельзя зайти сразу помыться. Чуть тут завалился спать весь грязище. И в горах, кстати, еще какой-то музыкант живет. Я мимо него проехал. Пока ты это все не прошел, ты играешь как бы у себя на локальном сервере, так назовем. А потом к тебе подключается вот это добро. Так, секунду. Я вижу их. Там нити черные. Я вообще надеюсь, что я вот так через горы хоть куда-то попаду. И здесь не будет сейчас этих гадов. Мастерство тоже мне, блин. Подожди. Я вообще не понимаю, где мы и как мы сюда попали. А, нет, мы вот отсюда пришли, хорошо. Логично. А они находятся вот там вот. Будем надеяться, что сейчас их здесь не будет. Начинается дождь. Будут, да? Ладно. Давай задний ход. Стоп. Ой, после того босса мне уже никто не страшен. Забыл я их вынуть. Как так? Я же вроде выкидывал все это дело. Ладно, плевать. Давай. Вроде обоих цепанул, да? Живем? Живем, хорошо. Интересно, а в какой момент они отсюда исчезают? И по какому проходу я еду? По какому проходу я еду? Секундочку, где я нахожусь? По правому. И камней нету. А в прошлый раз помните, как много камней было? Как так? Или я выше ехал? Да нет, я вот здесь вроде ехал тоже. Стоп. Кого-то видел? Я нет. Справа вон, видишь? Где-то домик справа. Музыкант находится здесь. Я думаю, сначала нужно к нему съездить, попытаться. Подключить его в сеть. Прикольно, а как я вообще, ну, то есть, не нашел его, не встречал раньше, когда туда шел? Это нормально? Спасибо за мост. Так, ну у нас же с вами сейчас вообще никаких грузов нету. Есть один маленький нюанс, что я когда возьму грузы, вот тогда меня и запалит. А прямо сейчас пошел дождь. Возьмем веревку, что ли, в руки.
Так, хорошо, я забрался. Меня не запалили, потому что у меня нету грузов, и мне нечего красть, ну, доставлять. Все нормально. Тихо. Блин, прикинь. Было бы прикольно забрать у него эту штуку из рук. Но мы же не убиваем. Это они придурки. Безмозглые. А вот за лестницу спасибо. Мне пригодится вот там, скорее всего. Мне вот что интересно, сколько здесь нужно собрать этих штук? Одну, две. Вижу его. Главное, чтобы он меня не заметил. Ремонтный спрей. Сейчас спокойно. Понял тебя. Отлично. Тихо. Вот это сейчас весело было. Помолчи. Почти вырубил. Вырубил, хорошо. У них тревога. Вот это сейчас было неожиданно, да? Что он повернется? Что здесь? Тихо. Только шедевры. По 16 каждый. На спине. Все. А вот теперь валим отсюда. Тихо, хорошо, стоп. Стоп. Выпить. Уходим. Он меня потерял, что ли? Я совершенно не понимаю, что сейчас происходит. Но походу он меня потерял. А недалеко. Я сейчас просто перевалю через хребет и привет. Все отлично. Я там у них стырил, как называется. ПХК, лестницу, крюк. Все нормально. Но они где-то сзади все равно. Нужно дойти до музыканта. Я думаю, что если его подрубить, там больше твари не будут появляться. Фига мы тащим. Да плевать на выносливость. Главное от него свалить. Тихо. Все. Он от меня отстал. Есть другая проблема, что мне нужно спуститься вниз и дойти куда-то вот туда. Ладно, подожди. Но можно аккуратно, прям нежненько спуститься, прям по шажочку, чтобы не разбиться. Прям очень балансируя, аккуратно спускаемся. Ну ладно, отсюда уже дойдем. Здесь уже не страшно. Вот это было неожиданно. Я разобрался, как сражаться, как уворачиваться. Нужно одновременно LSRS нажимать. Таким образом можно делать маневры. Нажимая квадрат, можно наносить удары. Ну и сами видели. Мы его вырубили. Ладно, хорошо, стоп. Веревку. Да, поставить якорь. Давай туда вниз. Жесть, а?
Кодзима, я понимаю, что ты гений, но это, блин, жесть. Это что сейчас такое? Это просто трындец. Музыкант. Да плевать. Ребят, а вы... Это что такое? Как вы здесь вообще живете? Ему нужно вернуть ноту, унесенную рекой. 58 килограмм ноты весит. Хорошо, я это сделаю для тебя. Выбрать. Договорились. Подтвержу. Так, подтвердить. Положить в личное хранилище. Все окей. Подтвердить. Да. Заказ назначен. Отлично. А ты вообще со мной поговорить не хочешь? Не хочет он доставить... Он не хочет со мной говорить, пока я, например, что-нибудь ему не принесу. А что-нибудь это... Да. Лежит в воде. Оружие разрешено. Вот там. Два из двух. Как я это буду ему доставлять? Секунду. Ну, то есть, предположим, хорошо. Вот здесь вот можно пройти. А, вот тут вот нужно ставить лестницу, скорее всего. У меня лестницы с собой нету, да? Вот тут вот просто они нереально издеваются. Хорошо, что у меня был с собой крюк, потому что как потом сюда попасть без крюка, я не представляю. То есть вот здесь, предположим, вот там мы можем пройти по берегу. Видишь камни, да? А вот здесь мы не поднимемся, если вот отсюда туда не скинуть крюк. Ладно, хорошо. Подожди. Давай поставим его здесь. И с учетом того, что я не вижу ничей чужой крюк здесь, такое ощущение, что всем на это место было пофиг. Ну не то чтобы всем, но просто... А может быть из-за того, что я пока что к сети у себя не подключил. Точняк. Как только я подключу у себя к сети, я буду видеть чужие. Все, я понял, как это работает. Это же логично. Да не туда. Во, вот сюда. Все, отлично. Пускай веревка здесь будет. Так, таким образом мы теперь можем здесь спокойно идти. И перегруза нету, ничего нету. Но вопрос заключается в том... Так держать. Да, так держать. Насколько здесь глубоко так держать? Здесь не глубоко, да? Слушай, хорошо-то как, а? Теперь благодаря моей веревке, там еще старые ноты, люди смогут туда попадать. Такое ощущение, что он поставил здесь мост, чтобы можно было дойти за нотами. Тихо, ты что на ровном месте-то, а? Ты чего, Сэм? Камон. 67 килограмм. Ну что, пошли. Ну а прошел я обратно вот просто вот так вот. Сейчас дойду туда. Сейчас вот чуть-чуть. Все хорошо. Ну, музыкант, ты мне должен. Ты мне просто по гроб жизни обязан доставить. Все. Я сам в шоке. 69 килограмм нот. Возвращенные ноты, отлично. Целостность, ну, здесь все хорошо. Груз доставлен. Это все остальное ерунда. 263 лайка. Ну, понятно, асом. Меньше быть не может. Две. Почти три. Носильщик профи.
Это ужас, честно говоря. Это просто ужас. Это просто ужас. Ну, я этой сети прям не нарадуюсь, так что... Так что, ладно, что? Давай. Давай. Ладно, запиши меня в этот ваш UCA. Ага. Ну, я, как понимаете, все вот эти вот заставки вырезаю, потому что они все однотипные. Музыкант вступает в UCA. Хорошо. Ты одиночка здесь? Мне вот это интересно. Мы раскрыли эту часть района. Хорошо, договорились. Что, и все? И все. А вроде ничего не изменилось. Ну, значит, я теперь часть чего-то большего. Ладно, пойду дальше выискивать новый музон. Хороших песен там немерено. Слышь, Сэм, музыку любишь? У меня тут гармошка спецом для тебя. Гармошка? Инструмент для путешественника. Сможешь играть где угодно. Бери, давай. Бери. Пусть твоя душа поет. А это прикольно. Губная гармошка. Губная гармошка. Лучше сказать гармоника. Ну, да, гармошка, понятно. Не, ну, не просто гармошка. Класс. Но если честно, я польщен. Сэм Бриджес. Черт. Не, не говори. Так. Отлично. Доступен новый заказ. Это шикарно. Я рад, что мы сюда зашли. Я думаю, что далеко не все сюда заходят, потому что это в жопе мира, извините за выражение. Выполнение заказов, стандартные заказы, что-нибудь еще принести нужно. Я бы на самом деле, я говорю, я люблю вот это все проходить подробно. И уж начали подробно проходить, я бы и сейчас прошел. Отсюда это все доставляется типа в другие точки. Это мы будем получать там, естественно, награду. А мне нужно притащить сюда. Зато теперь мы сможем для вот этого места находить грузы, то есть которые будут где-то разбросаны, потом сюда доставлять. И да, мы подключились. Пожалуйста. Но это мое. Здесь сразу отметки, почта. Смотри, вот здесь нужно лестницу положить по-любому. Лестница. Положили. Отлично. Еще минус там 5 килограмм. Это рисково. Что это такое? Что? Здесь кто-то ездит на мотоцикле? Вы что, шутите, что ли? О, да, я могу показать. Население 51 тысяча. Руководитель Виктор Фрэнк. В этот раз музыки не было. Дружище, ты не поверишь, через что мне пришлось пройти, чтобы это тебе доставить. Забирай. Я не знаю, что там с повреждениями. Я не помню, повреждал я их или нет. Сейчас посмотрим. Но подраться пришлось. Да, это же Сэм. Да, это же я. Господи, как ты это дотащил? Сам в шоке. Сколько лайков, говори. Я не знаю. Повреждение по нулям. 220-369. Плюс-минус там 371 лайк. Третья звезда. Возвращенцы и выплески. Новые данные. Желтый. Четвертая. Виктор Фрэнк. Голограмма. Окситоцин. Новое интервью. Так, нужно еще где-то 300 набрать. Я понял. А здесь еще редкие цвет. Ну, часы еще на соточку, на 84, хорошо. Ну да, где-то 300 еще набрать нужно. Смотри, он говорит. Смотри, что там добавилось. Ты посмотри на эту дрянь. Жесть. Кто это такой был? Как он управляет всем этим? Еще один дум. Только более мощный, чем я. Ну, это самое логичное. И скорее всего, я тоже как-то так научусь использоваться, а может быть и не научусь. А может быть, это выбор будет. Вот это интересно на самом деле. Так, мы с вами сегодня пока что, ну я не знаю, как все это смонтирую, сразились с боссом. Это круто. Доставили музыканту
там припасы нашли для него, вообще добрались до этого музыканта, для этого припасы нашли, там выкрыли, посражались прям в рукопашечке хорошенечко, так прикольно получилось, наконец-то понял, как это работает, ну так, более-менее. И тут прям чуть-чуть остался здесь добить 5 звезд, и у музыканта 5 звезд. И я забыл сразу проверить губную гармошку, но на самом деле используется она, когда мы отдыхаем, то есть нужно на круге усесться. Дальше мы с вами выбираем губную гармошку, и теперь можно играть на ней. То есть, если мы с вами играем и нажимаем на геймпаде на центральную часть, поначалу будет получаться плохо, но дальше будет все лучше и лучше. И ББ это будет нравиться. То есть нужно продолжать тренироваться, продолжать в этом практиковаться постоянно. Ну, то есть, естественно, не за один отдых, а за разное время. Ну, то есть в разное время начинать это делать. Периодически садиться отдыхать, и я так понимаю, что, ну, соответственно, с практикой станешь лучше играть. Поначалу это будет непросто, но со временем вы привыкнете и станете настоящим виртуозом. ББ понравится. Давайте-ка я это сделаю за кадром. На этом этот выпуск сегодняшний завершим. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Я так думаю, что и следующий выпуск будет сегодня, и в нем отправимся с вами дальше на озерное там поселение. На этом пока что все. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.